Символичная буква Z и российский триколор. Сегодня студенты творческих учебных заведений Прибайкалья провели флешмоб в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Прежде всего, мы хотим поддержать сегодня страну, родину, несмотря на погодные условия и все, что происходит. Мы все равно за Россию. Мы за мир во всем мире. Мне искренне жаль людей, которые делают наклейки на своих машинах с буквой Z, которые на своей одежде делают принты с буквой Z, которые рисуют на домах и дорогах эту букву. Это те же долбоёбы, что в свое время клеили на машины наклейки с надписью «41-й, 45-й, можем повторить», «На Берлин», «Не будите русского медведя» и прочую ахинею. Мне жаль этих долбоёбов, потому что у них в голове уже даже не кисель, а кипящее говно. Я понимаю, что половина из них проплачены, и эти люди могут за рубль в церкви пернуть, ребенка за пирожок ударить, с них спрос мал. Мне жаль тех, кто делает это искренне и осознанно. Представляете, каково им каждый день просыпаться и быть долбоебом? Я вам сочувствую. З значит долбоеб. По буквам не подходит, но по смыслу точно. Мы все равно за Россию. Мы за мир во всем мире. Слава России! Слава России! Слава России!